Друзья, сегодня мы с вами будем говорить о том, как достичь пассивного дохода и сделать это буквально за 10 минут. Как видели вы в описании, то, что говорится, как получить за 10 минут 50 гривен, и я вам это сейчас подробно расскажу, покажу, как это сделать. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Давайте для начала поймем, что такое пассивный доход. Пассивный доход – это то, что вам приносит прибыль, и вы при этом не вмешиваетесь в эту работу. Вы просто проверяете счет и пользуетесь этими деньгами. Вот это и есть пассивный доход. То есть это на постоянной основе этот доход будет вам приносить какой-то определенный доход в день. Это может быть не только 50 гривен, как сейчас я вам расскажу, а это может быть и 500, и 5000. Все зависит от того, насколько активно будут взаимодействовать. Так вот, о чем идет речь? Изначально вам нужно будет перейти в описание, пройти по ссылке и пройти эту регистрацию. Не бояться, это все официально, это все для Украины. Это ни для кого не секрет, что Монобанк — это интернет-банк, он не является физическим каким-то где-то местоположением. То есть вы не можете пойти в банк. Нам предоставляет отличные возможности не только получать 50 гривен за регистрацию, а еще отличный кэшбэк. Вы, в принципе, все сами можете ознакомиться, выбрать два пункта по кэшбэкам. Это могут быть покупки в магазинах и заправки, там еще что-то, что вам будет нужно. И вы сами для себя определитесь. И вы этот кэшбэк до 5% можете, а то и больше, эти деньги использовать. То есть, сами подумайте, это очень классные условия. Ни один банк в Украине нам такого не предложит, как именно Монобанк. Поэтому переходите по ссылке, регистрируйтесь и получайте ваши 50 гривен. А если вы будете использовать уже свою ссылку, вы также можете привлекать 10-100 человек. То есть за каждого, вы сами понимаете, можете получить деньги. Но что вам нужно сделать? Вам нужно сделать это первое. Пройти регистрацию, заказать карту и ее получить. И вы сразу же получаете эти 50 гривен. Поэтому пользуйтесь. Ничего здесь сложного нет. Проверяйте информацию. Если не верите мне, можете проверить, отписаться и поставить дизлайк. По факту это правда. Вы можете превратить с помощью банка пассивный источник дохода. Дальше больше. Скоро увидимся.